Вопрос о профориентации не просто, особенно для подростков. Так, благотворительная организация «Фонд Твери», которая проводит и реализует различные социальные программы, помогает тинейджерам в социальных учреждениях региона с выбором будущей профессии. Подробности у Натальи Федоровой. Требование выбрать профессию обрушивается на детей внезапно, как стихийное бедствие. Еще недавно им было интересно фантазировать на тему «Кем я стану, когда вырасту», но уже в 14-15 лет этот вопрос приводит подростков в ужас. Так, фонд Твери с проектом «Поколение выбор» помогает воспитанникам детских домов и интернатов сделать правильный выбор. Это федеральная программа, реализуется она по всей России фондом «Открывая горизонты». Здесь, у нас в Тверской области, ее реализуем мы, фонд Твери. И ее суть в том, чтобы помочь ребятам из детских домов, социальных учреждений научиться делать осознанный выбор в принципе по жизни и в том числе по профессии в дальнейшей. В прошедшем учебном году в проекте приняли участие 27 детей из Центра кадетского воспитания в Некрасово, областного центра помощи детям в Торжке и Калязинского детского дома «Родничок». 15 волонтеров и 5 компаний-партнеров предоставляли экспертов для обучения, а также проводили для них экскурсии. Итог – 105 подростков, которые прошли программу. Многие из них теперь уже уверенно определились с будущей профессией. Есть вот у нас мальчишка Егор, сейчас он уже совершеннолетний, да, ему 18 лет, и он вот, окончив школу, 9 классов, он пошел учиться в колледж на крановщика, вот, отучился благополучно, да, и сейчас уже он немножечко по-другому взглянул на свою жизнь, у него есть мечта, он хочет дальше быть МЧСником и, соответственно, делать для этого все возможное. Проект осуществляется с сентября по май во время учебного процесса. Все занятия проходят 2 раза в неделю в виде увлекательных тренингов и игр. Поддерживают ли эту инициативу тверичане, мы спросили у них самих. Молодцы. Слава Богу, хорошо за таких ребят. Он нужен, потому что все-таки каждый человек, наверное, должен понимать, что ему нравится, то есть в чем можно себя реализовать, допустим. Я думаю, что этот проект помогает как раз-таки вот с этим, чтобы детки находили дело своей жизни, и потом им нравилась впоследствии их будущая работа, чтобы они ходили туда с улыбкой и также с улыбкой возвращались домой. Ну да, мне кажется, хорошее, чтобы детям в будущем было более легче, ну, найти себя. Да, это очень хорошее. Согласно результатам исследований Института образования НИУ ВШЭ, многие современные школьники не знают, кем хотят стать. Поэтому сейчас так важно дать ребенку не рыбу, а удочку, помогая определиться с профессией.